Добрый день, дорогие друзья! Общественная организация рыбаков-любителей, Комитет рыболовства, рыбоводства и охраны природы создан и растет быстрыми темпами. Наша общественная организация создана для простых рыбаков-любителей и защищает их интересы. В основу деятельности общественной организации положены принципы социальной справедливости и соблюдения закона. Членами организации может стать любой гражданин Российской Федерации, написавший заявление о вступлении, заполнивший анкету и одобряющий меморандум о целях и методах деятельности организации. Участникам рыбацкого комитета выдается удостоверение установленного образца. Созданная общественная организация является независимым собранием граждан Российской Федерации, объединившихся для защиты своих конституционных прав и осуществления общественного контроля за водными биологическими ресурсами. Она полностью независима. Все решения в организации принимаются с учетом мнения простого большинства. Дорогие рыбаки-любители, комитет для выражения вашего общественного мнения в сфере рыболовства и рыбоводства, а также для защиты ваших прав, создан. Сейчас только от вас зависит судьба ваших озер. Теперь вам решать, что останется вашим детям и внукам. Предлагаю всем неравнодушным присоединиться к рыбацкому комитету.